Лишь бездыханное тело напоминает о том, что здесь произошло. Тело чужой молодой львицы. Они легко могли бы убить ее, но вместо этого предпочитают мучить. Крики львицы полные боли. Жара высасывает из болота последние силы. Мать уходит последней, разрываемая между верностью Прайду и привязанностью к собственной дочери. Она оставалась сколько могла. Но и ее, в конце концов, прогоняет жара. Последний ее вздох уносит ветром болота.